Медработникам всех категорий значительно повысят заработную плату. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Повышение составит от 80 до 180% в зависимости от категории персонала. Также с этого года медицинские учреждения смогут сами выбирать систему премирования. Так, на федеральном уровне приняли положение о статусных выплатах. Согласно документу, часть премий, которые назначают за определенные звания, стаж работы и другие заслуги, могут быть внесены в базовый оклад. Это делается для того, чтобы стимулировать молодых специалистов. Туда могут поехать только те специалисты, которые только что закончили институт, например, да, которые только что закончили интернатуру, вот, но при этом не имеют какого-либо стажа и будут при действующем положении, значит, они будут получать маленькую заработную плату по сравнению с теми, которые работают в этом учреждении давно, но при этом они будут являться высококвалифицированными специалистами, которые имеют необходимые знания, ну, скажем так, теоретического, конечно, плана, но которые уже применимы на практике. Да? И для того, чтобы защитить такого рода специалистов, мы как раз вот вводим такую, скажем так, вилку, чтобы учреждение само выбирало,